испытать на себе свободное падение с высоты 41-этажного здания, но при этом остаться целым и невредимым. Такая возможность теперь есть у посетителей парка развлечений Six Flags Great Adventure в Нью-Джерси. Здесь открылся самый высокий в мире аттракцион-вышка со свободным падением. Не знаю, может ли кто-то вообразить, каково это — смотреть с высоты 120 метров, будучи закрепленным лишь страховочным устройством. Перед вами открываются впечатляющие виды, но большинство ребят не открывают глаза и упускают возможность. Это действительно просто здорово. А потом вы начинаете падать со скоростью 145 км в час. Это как свободное падение на протяжении 10 секунд, и потом вы нажимаете на тормоз. Называется новый аттракцион «Суммаджара. Свободное падение». Он как бы встроен в уже существующую гигантскую горку Кингадака, которая также является рекордсменом. Ее высота равнозначна 45 этажам. Сверху видно небоскребы Филадельфии, которые находятся отсюда в 80 километрах. За один раз «Суммаджара» размещает 24 человека, по 8 в каждой из трех секций. Открылся аттракцион 4 июля в День независимости США. Открытие также приурочено к 40-летнему юбилею этого парка развлечений.